Приму на работу в трудовой дом. Жилье, еда трико и сигареты бесплатно. Оплата 500 рублей в день. С 5 утра до 11 вечера. На стройке, разнорабочим. Мне, кстати, нравится, как Барс допускает мысль, что он бы мазался спермой. Я только не хочу на Барса кончать. А то у меня сперма в пиве. Я хаваю говно, чтобы другие горели с того, что я хаваю говно. Тактический шаг, который никто не смог предсказать. Я не нюхаю трусы! Я не нюхач! Можешь, пожалуйста, сказать всем, что я не нюхаю? Я думаю, лучшее, что можно было сделать, уже сделали. Это скин Путина на аниме. На этом можно закончить. Зеленский где? Максик, 18.03 стрим. Ебланчики. Скуф ебаный. Есть же, знаешь, типа очевидные факты про всех. Про меня, вот, например. Лидер, успех, талант, великолепие. Я Свинтурас. Понятно. Админ Путин. Дав, я очень люблю Геншин Импакт. Жесть, довели лошадь. Бля, это сен-читер. 9 минут, как Пиксель пытается разобраться, откуда идет звонок. Бля, что? Это где? Это где звонит? Кто-то понимает, откуда это звук? Я в первый раз... А, Юкитара. Я такой думаю, может реально наиблет себе накончать и поспать. Я работающая пенсионерка в самом расцвете сил. Харизматичная оптимистка. Хохотушка. Фантазерка. Со мной не соскучишься. Остальное все загадка. А чё, когда Бихоуп амбассадор роль-то? Да блять! Кого я тягаю? Здравствуйте, я новенький. Тут яйца катают. Я Плори. Да схуя ли я злой? Ко всем! Мне скучно. Все умерли. Жалко. Хохлядская морда. Просто всегда, блять, по любому поводу меня хейтит. Скинул бы Плори эту сборку. Ты бы лизал ему яйца. Бля! Я ща представил, как лошадь вытирает жопу об ободок унитаза. И вот такой сижу. Лошадка, пошел нахуй со своими витюбершами! Да нахуй ты орешь, шлюха! Ты вот проживешь на лет 5 больше меня, а я умру зато с большим бургером во рту и банкой пива в руке. А ты умрешь, и во рту у тебя будет сельдерей. А-а-а, женщина в чате. Какой хороший день, чтобы сходить на СВО. Какой хороший день, чтобы побомбить хохлов.